Добрый день. На сайте «Москва. Наш город», портал мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, несколько дней назад случился сбой. В течение нескольких дней сайт был недоступен. А потом, когда его открыли, то и в приложении, и на сайте некорректно отображаются фотографии. Да? То есть какие-то к сообщениям подтянулись чужие фотографии. Ну, например, вот было у меня сообщение, где я просто фотографии лампочек в подъезде. Вот, а здесь как бы какие-то лужи, да, то есть, видимо, какое-то сообщение на тему подтопления там дворовой территории. Вот, и так вот везде. Где-то вообще нет фотографий, вот появился новый значок. Вот, а новые фотографии уже правильно показываются, которые я вчера загружал, а вот со старыми проблемы. Ну, либо их вообще нет, либо, например, здесь пишу про неисправность элементов освещения, а тут про какие-то там нависающие ветки, либо вытоптанный газон написано. Вот. И так везде. То есть, видимо, у них какой-то сбой о связи ID фотографии с номером сообщения произошел, либо они это потом неправильно поправили, либо частично неправильно. Вот, то есть здесь вот перед темой сообщения опять неисправность элементов освещения, а здесь какие-то облезлые газонные ограждения, да, которые нужно покрасить. Вот, такие проблемы. Вот про открытый люк здесь, допустим, пишу на Ленинградском шоссе, а здесь какие-то негорящие лампочки, ну и так далее. Здесь как бы все понятно. Вот, посмотрим в ответах хотя бы правильно. Вот, ответы как бы сохранились, но фотографии вообще, то есть даже тоже не к этому сообщению, то есть даже связь между фотографиями в заявителе и фотографиями в ответе тоже разорвалась. Вот, то есть здесь тоже, видимо, про какие-то обрезанные ветки сообщения. Вот так вот. Интересно. Вот, спасибо большое за внимание. Надеюсь, этот сбой исправят. Из какого-нибудь бэкапа хотя бы все это восстановят.